Привет, ребята! Привет, вы на канале у Лизы. Сегодня нам пришла посылка. Вау, класс, открываем скорее. Что же там пришло? Люблю посылки. Ребята, любите посылки, ставьте нам лайки. И пишите комментарии. Люблю посылки. О, коробка. О, скотч. Вот тут надо много резать. Секретик радости. Ссылка на магазинчик, где мы все это заказали, будет в описании. Тай, давай будем открывать. Стоп, Ира, подожди. Так. Динозавры. О, объемная мозаика динозавров. Не, возьми. И написано, только натуральные фрукты и ягоды, без добавления сахара и консервантов. Ты представляешь, это все еще и полезно. Да. Не только вкусно и полезно, еще и с игрушками. Класс. Да. Так, озорные жуки. Я волшебница. Тут еще вторая коллекция. Ой, другого цвета. Две с кисками, две с божьей коробками. Лунные, это фруктовые. Киски. Ух ты, это звездные котята. Они лунные, звездные. А это какие? А это белоснежные котята. Вот это класс. Вот это нам подвезло, да? Класс, мы посылку получили. Открывать. Так. Что ням. Давай, ням-ням, ам-ням, ам-ням-ням. Ам-ням. Ой, там прикольные черненькие есть. На коробочке я вижу. Это же паук. Паучок, точно. О, ухи. Так, давай. Так. Что это? Это смоква. Вот и вот. Цукаты. О, даже какие перчатки. Какой смешной. Ну давай, открывай уже игрушку. Ой, смотри, какой пакетик. Погоди, не режь, погоди, не режь. Надо срочно мне вставить зубы. Сходить к стоматологу, что ли? Ну, ой, какой хорошенький, классненький, такой маленький. Ой, хорошенький, такой грустненький, ему не досталась конфетка. Класс. Чем-то ем. О, давай, открывай. Точно, это самая полезная штука, цукаты. Цукаты? Да. Давай дальше. Ням-ням-ням. Давай девочку. Вот она. Называется серия «Я волшебница». Вот. О, там смотрите. В коллекции 5 куколок. Открываем. А я пока буду есть. Ням-ням-ням. Вкуснота. Ням-ням-ням. Вот это мы сегодня пошикуем. Вчера у тебя коты жировали. Обжорами. И сегодня будем мы обжоры. Да? Вот. Женя. Вот. Сушеное яблоко. Яблочная смоква. Это пастила. Ух ты, класс. Я же говорю, будем сегодня объедаться вкусняшками. Так, это что? Это куколка Женя. Ее зовут Женя. В будущем она хочет стать олимпийской чемпионкой. Вау. Представляешь? Представляю. Ну-ка, открывай. Доставай. Ой, какая красивая. У нее ноги подвижные. Да? И руки. Ух ты, класс! Вот это да, подвижная куколка, вообще супер! Класс! Красавица такая! Я вся такая белая! Да, как Снегурочка, только летом. Открою пастилу. Давай! А? Ну, где она? Где? Ой, какая маленькая! Летик! Ну давай, кусай! А, она завернутая! О, класс! Ух ты, здорово! Очень удобно кусать. Реально яблоко. Класс. Ням-ням. Вот это да. Супер. А мням сегодня тоже будет объедаться вкусняшками. Так. Это ты взяла? Жуков? Да. Открывай. Ну давай уже. О, класс. О. Опять.
Ага, смогла, пять яблок. Ой, жук. Вот что на колесиках. Класс. Жучок, нам попался голубенький. Ух ты. Ну ты что, не знаешь, как с машинками управляться, что ли? Ой, он побежал. Надо на него надавить. Ой, что-то мы не так делаем, надо почитать. О, дружок для мяма появился. Такой прикольный. О, он сейчас все съест, а мням. А, ладно, будете дружить, надо делиться. Вот еще. Еще, вдруг другим цветом, давай. Ну. Желтый. Вау, нам повезло. Ой. Ух ты, какой хорошенький. Два друга на жучки. Ой, а у них разные лапки. Ага. Ха, прикол. Привет. Ребята, мы наконец разобрались, как же надо играть с этими жучками. Они же такие классные. Кого убираешь? А я желтого, давай. Ой. Вау! Класс! Здорово, правда, они как живые, вообще супер жуки. Звездная киска. Даже ушки. Да, даже на коробочке ушки. Да, прикол. Вот это да. Так, я точно постела. О, опять постела. Мне она так понравилась. Вау, какая темная вот карточка. Вот эта киска. Ой, называется комета. Ее зовут комета. Кометочка. Ой, такой пакетик покажи. О, секретик радости. Ой, такая киска. А всего 5 в коллекции. Ой. Такой яркий бантик у ней. Милашка. Уже некуда ставить, ставь вот здесь. Ко мне все, двигай. Ну что, вторую киску? Ух ты, это правда мальчик. Одна темная, одна светленькая. Да, Лёва. Хорошенький. Тут тоже 5 кисок в коллекции. Только светленьких. О, Лёва. А, Лёва. Мальчик. Мальчик? Ты Лёва. Лёва. Ты открывай, я буду читать. Тут написано: день рождения 2 октября. Любимый цвет красный. Хобби: занимается спортом. О, ух ты, это правда мальчик. Ты смотри, да, Лёва. Хорошенький. А там тоже была смоква, да? Да, вот и. А, точно. Уже 4. Уже 5. И динозавр. О, написано: динозавры с механизмом. Представляешь? Так. Ух ты! Постела. Постела. А это что? Ой, там даже какой-то заводной механизм. Ух ты, это большой динозавр. Вау, какая большая инструкция. Все по-серьезному. Вау. Вот такой динозавр. Ух ты. Надо их выдавить все из этих штук. Они выдавливаются. Выдавливай. Вау, Лиза, сколько тут деталек. А еще заводной механизм. Ох, неужели наш динозавр будет шагать? Будем собирать. Угу. А это все, что осталось. Ой, забыли вытащить одну штуку. Мы наконец собрали динозавра. И он называется анкилозавр. Вау, это было не очень просто, скажу я вам. Но зато получилось супер. И он даже может ходить, представляете? Вот это игрушки! Секретик радости! Я понимаю! О! Побежал! Как живой! Почти! Еще разок! Посильнее! Раз, два, три! Хватит! Вау! Маленький динозаврик у нас на столе бегает! Поворачивает! Да, он поворачивает! Сам по кругу хочет ходить! Ой, ну второго мы не стали собирать! Второго мы соберем потом, как-нибудь другой раз! Да, Лиза? Да! Вот такие супер игрушки нам попались. Ребята, вы даже не представляете, какие они все классные. Мы в полном восторге. Класс, а конфетки какие вкусные. Даже не конфетки, а полезные супер натуральные фрукты и ягоды. Классно, правда, Лизунь? У тебя какая любимая игрушка? Жуки. И киски, ну киски, понятно. А мне больше всего жуки понравились. Они просто супер-пупер обладают.
офигенные! Да, ребята, ставьте нам лайк! И подписывайся на мой канал. Пока-пока! Пока!